spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в обзоре мы поговорим о бюджетной серии безинновационных катушек Safina Pro от известной компании Akuma. Линейка состоит из 7 катушек. Передаточное число, в зависимости от модели, составляет от 4,5 до 5,1. Давайте рассмотрим их поближе, на примере Safina Pro с индексом 40. Корпус и ротор изготавливаются из устойчивого к коррозии графита. Это дает конструкции прочность и легкость одновременно. В данных катушках применяется второе поколение системы балансировки ротора под названием RES-2. Этот размещенный на роторе груз рассчитан при помощи компьютера и позволяет добиться плавного вращения, а также компенсирует излишние вибрации. Для надежной работы всего механизма в катушках используется 4 подшипника из высококачественной стали, 3 из которых шарикового типа и 1 роликовый. Чтобы ротор не имел возможности проворачиваться назад, реализована система мгновенного антиреверса. Точеная шпуля изготавливается из анодированного алюминия. Это делает ее очень легкой, без потери прочностных характеристик. Фрикционный тормоз передний. Для удобства катушки снабжены рычажком реверса, при переключении которого ручка вращается в обе стороны. Рукоятка имеет прорезиненный кноп. Чтобы избежать поломки ручки при транспортировке, ее нужно ослабить винтом и прижать к корпусу. При необходимости можно перестановить ручку на противоположную сторону. А теперь давайте разберем катушку Safina Pro и посмотрим, что у нее внутри. Высокоточная эллиптическая передача, имеющая патент в нескольких странах, обеспечивает плавность работы механизма, увеличивая общий срок эксплуатации катушки.
Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале SpinningLine.